Итак, дамы и господа, добрый день. Вы слушаете местное радио. Радио местное, многим людям известное. У микрофона ведущий музыкальных программ Павел Руденя. Парень просто объедение. Я соседка Пашина. Ну, это мой воспитанник. Я его годовала с детских лет. Нет, Тёма, вы имеете в виду, скажите, в том плане, что вы слушаете мое радио. Ну, там, радиоточку. Вот это вот, в этом плане. А это наша деревенская. Мы без его, как без 100 грамм. Это мой, считай бы, сын. И друг, и радиоведущий. Ну, скажи, ну, он не умеет просто говорить. Нет. Где у тебя радиодочка стоит? Везде стоит. На кухне радио. Стоит же радиодочка? Конечно. Я зарабатываю за 2 часа в месяц 1 000 000. Сейчас вот просят на радио там позвать работать. Скажи, калі ласка, у Беларуси ты спробовал уладковаться, ці ні? Да. Куди? Везде. А чому не працюєш нідзе? Потому что я везде призы выигрываю на радиостанциях, и из-за моего голоса, то, что узнают, меня, ну, не хотят брать. Только лучшая музыка в эфире на местном радио. С вами Павел Адамович Руденя. Только лучшая, добрая, старая музыка, готов, так скажем так, 80-х, и только лучшее святое для вас. Друзья мои, я понимаю, вот нас снимают сейчас, потом где-то по телевизору покажут. Я такой старший, но работающий для вас. Для вас не только на местном радио, но и на радио А+. И, скажем так, радио ВОС, это радио Всероссийского общества слепых. То есть, вот мне спрашивают, Паша, можно ли с вами познакомиться? Знаете, ребят, реально, правда, времени иногда не хватает, не хватает. Ну, почему? Потому что устаю. Говорю, Саша в свою духу пришел, допустим, и начал вот так вот вытирать место, и потом вот так вот сел. Вот. Он прошел по хате, типа вот, знаешь, типа вот звезда такая, вытер стул, вот так вот и сел. Микрофон сейчас, вот он. Микрофон сделан из телефонной трубки. Скажи, калі ласка, Паш, як ты став радіодиджеем? Як это здарылася? Ну, это получилось так, что я попробовал подключиться по подъезду, то есть в подъезде, ну, по радиоточке проводной сети, да? Я думал, что это все-таки по одному подъезду слышно. А оказалось, что нет. Потом на меня вызвали КГБ, то есть, и участковый пришел. Сказали, не подключаться, не подключаться. Ну и ладно, а потом, может быть, через месяц я все-таки стал подключаться. Стали показывать по РЕН-ТВ и по ОРТ. Ну, ОРТ, то есть, это московский канал, да, это первый. Вот. И там БТ, и интервью разные газеты брать. И слава богу, наш Александр Григорьевич Лукашенко не трогает в этом плане.